Россия рассчитывает на поддержку Турции в борьбе с терроризмом, заявил сегодня замглавы нашего МИДа Михаил Богданов о том, что Москве и Анкаре нужно объединить усилия на этом направлении. Дипломаты двух стран сегодня говорили на конференции, посвященной укреплению двустороннего сотрудничества. Прозвучало мнение о том, что нужно усилить сотрудничество по линии Министерства обороны для того, чтобы оперативно пресекать любые инциденты. Кроме того, участники конференции говорили о важности информационной и просветительской работы с целью остановить распространение экстремизма.